Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня я покажу, как правильно разрезать грейпфрукт. Для начала давайте я вам расскажу, как его выбирать. Пока он целенький у нас, я его уже вот помыла. Выбирать его нужно, он не должен быть мягким. То есть если он мягкий, значит он внутри может быть маленьким. Но это тоже не совсем подтверждено, потому что бывают разные ситуации. Он должен быть жестким. Тут он мягенький, но он у меня лежал вне холодильника, поэтому еще может быть. Вот. И также давайте расскажу, как его чистить, разрезать. Берем большую тарелку, самый лучший ваш нож, и разрезаем. Нет, в принципе, вы смотрите, как и в принципе я и говорила, бывают разные действительно случаи. Косточка. Он может быть большим. Бывает такое, что разрезаешь, а там вот такое вот у меня было, такой вот малюсенький грейпфруктик. Вот, вполне он такой себе хорошенький, сочный. Теперь мы его переворачиваем вниз и отрезаем. Разрезаем еще раз пополам. Так вот. И вот с этим проделываем то же самое. Так. Вот у нас такой крупненький. Теперь мы вот здесь вот немножечко подрезаем, и вот тут подрезаем, и просто его чистим. Немножечко пальцами, ногтями у кого есть, немножко помогаем. Просто снимаем кожуру. Так, первый у нас пошел, второй. Срезаем мы тут вот только вот кожуру, то есть сам грейпфрукт мы не трогаем. Грейпфрукт, кстати, считается жиросжигающим, и он может вам помочь избавиться от холестерина. Этот момент, кстати, я проверяла, это действительно так. Он мне очень помог. Прям он сочный такой, у меня прям вообще по рукам текет. Так, наши корочки. Из корочек можно сделать цукаты. Давайте так, кому интересно, напишите в комментариях цукаты. Если вас наберется много, тогда мы с вами сделаем. Или давайте, в принципе, с вами попробуем набрать 25 лайков. Пальцев вверх, 25 штук, и я пойму, что вам, вы хотите сделать цукаты. Они делаются довольно легко, из корочек с таких вот. Вот здесь вот они тоненькие, прям будет отлично. Вот. Так, дальше. Здесь есть два варианта на самом деле. Его можно почистить. То есть отделяется вот тут вот, как у мандарина у всех, вот апельсина. Вот так вот она отделяется вот. Вот она, то есть отделяется. И также складывается, и
ну, как бы все так. Я на самом деле не отделяю, я ем прям так. А вместе с кожурой с этой, да, это первые раза два-три, наверное, это горько. Но потом привыкаешь, и то, что горько, даже не чувствую, пока тебе это не скажут. Когда тебе скажут, как ты ешь, это же горько. И вот тут ты начинаешь чувствовать, что причувствоваться и понимаешь то, что да, горько. Вот. Вы можете это все полностью почистить, потом срезаете вот здесь вот штучку и каждый вот так очищаете. Но я этого делать не буду. Я вот так вот обычно режу на кусочки. В конце концов, я на данный момент сижу на диете, и его всякие кожурочки, они мне помогут сбросить вес, поэтому я буду их кушать. Вот. И пока вы будете чистить, она потеряет очень много сока. Вот так я разрезаю. Про диету я рассказывала в отдельном ролике. Он будет там же где-то рядышком. Называться он будет «Диета сыроедения, не голодания». Вот, так что, если что, найдете. Ну, вот так вот. Если вы будете, допустим, все-таки худеть, не стоит резать его на совсем такие вот малюсенькие кусочки. Лучше, чтобы он вам полностью помещался в рот, но он при этом не казался во рту слишком гигантским. Вот. Ну, там где-то какой у вас ротик, где-то вот такой, вот такой. Там я не говорю, что прям такой засунуть. Нет. Вот, на сегодня-то все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду от вас 25 лайков, пальцев вверх. И мы будем с вами делать цукаты. Это очень интересно, это очень вкусно, безумно просто вкусно. Я жду, очень хочу с вами сделать их, очень люблю готовить. Ну все, всем пока-пока.